Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Flutter, и мы сегодня будем играть, точнее смотреть видосы. Я уже, видимо, хочу приступить к новым летсплеям. Тем не менее, пока я пишу дипломную, мы будем просто делать реакции, и они будут сами выходить, и, ну, сами поняли. Что ж, мы сегодня будем делать реакцию на такое вот видео, как «Почему Knuckles больше не становится супергероем?» Смотрим. То есть супером. Даже не супергероем, а супером просто. Окей, что происходит? Так, монстр недели. Приготовься получить люлей в стиле Супер Соника. Окей. Шэдоу, ты делаем. Со мной? Мы сделаем это, Соник. Хорошо, давай сделаем это. Персонажи такими няшными, конечно же, сделали. What the fuck? Что происходит? Ладно, ты тоже можешь с нами. Запиши меня, Соник. Knuckles? Мне это необходимо, чувак. Я был совершенно бесполезным персонажем в последнее время. Последнее Надо это время. Изменить. Ха, ну хорошо. Давай покажем этому монстру настоящую силу суперкоманды. Соник, ты же говорил, что перестанешь. Прости, само вырвалось. Теперь пришла пора достать нужные изумруды из ниоткуда. Окей. Вся логика Соника. Достаем изумруды из ниоткуда. What the fuck, что? Что это вообще стояло? Кукуруза, что ли? It's a power! Окей. Теперь я покажу тебе... Давай, начнем двигаться! Это бесполезно! Крепче кожи! Окей, Knuckles розовый. Ну ладно. Оу, щит. Окей, я так и думал, что все из-за этого. Ты стал розовым, бро! Эй, Эми Роуз, как ты здесь оказалась? Ну это уже тонко было. Обидели Knuckles'а и все. Son of a bitches. Эй, красавица, может пойдем выпьем чего-нибудь? Я прав, ребят. Потому что он розовый и похож на бабу. Что, блядь, с тобой такое? Окей. Ладно. Это, походу, все? Да, это все. Окей, ладно. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Flutter. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока.